Уже через 2 года Северная Осетия отметит 1100-летие крещения Алании. В республике ведется масштабная подготовка к празднованию. Важная деталь мероприятия – официальный логотип. Конкурсная комиссия свой выбор уже сделала. Наша съемочная группа одна из первых посмотрела, как он будет выглядеть, и готова поделиться впечатлениями. Слово Алане Тамаевой. Из 60 работ в финале только одна. Официальный логотип празднования 1100-летия крещения Алании выбран. Вадим Пухаев, художник, это член Союза художников в России. Его работа единодушно была всеми одобрена. И также в комиссии, уже в окончательной, когда заседала комиссия, присутствовал и владыка Леонид, который благословил эту работу. Перед художниками стояла четкая задача – сделать узнаваемый логотип, отображающий самобытность культуры Осетии и ее вероисповедания. Во-первых, нужно было показать, что это юбилей исторический, что за этим стоит огромная многовековая история. И, во-вторых, нужно было дать линию аланской культуры. Эти высокие цифры 1100, которые служат фоном для такого профиля храма, указывающего на явную православную конфессию, да, даже внутри христианства, спутать невозможно. И, наконец, на первом плане знаменитая работа великого осетинского мастера, художника Сосламбека Едиева, ангел у креста. В конкурсную комиссию вошли известные деятели изобразительного искусства Северной Осетии, историки и представители Владикавказской епархии. Владикавказская епархия с большим уважением относится к мнению общественности, к мнению историков, культуроведов, художников. И действительно, обсуждение происходило в несколько этапов. Окончательное слово епархии высказал ее правящий архиерей, архиепископ Владикавказский Аланский Леонид, который благословил, то есть одобрил тот окончательный вариант логотипа, который сейчас мы видим с вами. 1100-летие крещения Алании отметят в 2022 году. Программа празднования обширная. В ее рамках реконструируют объекты культурного наследия, готовят тематические мероприятия. На сегодняшний день все работы идут по плану. Алана Томаева, Хетагапоев. Новости Осетии.